Всем привет! Всем привет, друзья! Так, у нас борщ. Свекольник, куриная котлетка, глазунья. Гречка, стефти и салат. И у меня морс, варка с углеводом. Всем приятного аппетита, кто сейчас будет с нами кушать, и мне тоже, и нам тоже. Борщ с мясом. А я захотела холодного свекольника. Остыл уже. Простой еды. 780 рублей. Вышло. Поедим, да? Как? Значит, свекольник. Вкусно? Очень. Я ни разу не пробовал. Хочешь попробовать? Обалденный, вообще. Да? Солененький такой. Да. Чем-то напоминает, что-то мне напоминает. Не могу понять, что. Это рассол там, да? Что-то есть такое, нет? Да. Что-то есть, да? Очень вкусно. Столько еды много. Где? Здесь. А. Да, там какие-то кебабы есть, да, какие-то? Да. Ой, да. Ну да. Компот как этот. Вкусный компот? Ну, такой сухофрукт, как знаешь, в саде. Обязательно салатик. Как салат? Что-то молоко, свекла, капуста. Вкусный салат. Свекла, она вообще полезная. Они с рисом, да, я так понимаю, идут. Ничего себе. Да, с рисом, ничего себе. Ой, прям классика, гречка и тефтель. Я вначале думал, там гуляш есть, но так как борщ с мясом, я решил, что возьму тефтель. У меня морс вкусный, из лесных ягод. Я решила, мне захотелось яичницы и что-то такое.
напоминает эту здоровую школьную или садистскую. Школьную столовую яичницу не бывает. Ну, столовую, значит, это в детском саду. Что-то похожее. Думаешь, нету школьной столовой яичницы? Нет. Она была. Нет, конечно. Ты же скажи пельмени. На супу-то не было никогда, только чистого. Гарниры это гречка, пюре и макароны, и все. Ну, салаты тоже не припомню, чтобы были салаты какие-то. Нет, у нас было, просто ты можешь это купить уже на собственный день. А, да-да-да, не в меню. Не в меню, ну, да. Ну, то есть ты там оплачивал в год, там, не в год, каждый месяц, потому что же стоило. Дёрж, что уходило, да? На, ты здесь убери. Как он? Точно. Да. Не, гречка это прям вообще вкусно. Гарнир номер один. Его совсем можно есть. Ну ты попробуй. Давай. Ну Ты вот так ешь, не ломаю. Надо хлеба еще. Почти успели, да? А, ну все уходит. Я не скажу, типа, что? Приехали на юг, и я там обычно иду, как муж. Что мы там уж хинкали ели, шашлык ели, чебуреки ели, наели. Единственное, мы не ели там, знаешь, такой стейк, какой там ягненка там, знаешь, на кости чем-то такое не ели. Лососи не ели. Ну, да, ну да, рыбу не ели, да. Ну да, в принципе, много чего не ели. Креветки не ели. Ну да. У него худо. По мне так гречка с тефелем вкуснее всяких креветок. Ой. Будешь? А? Будешь? Все. Thank you.
Наелась. Наелась? Да. Круто. А ты? Я тоже. Ну, за счет жидкости. Суп же. О. Если бы все, мы сегодня поели, зарядились как можно максимально. Главное, и не закончилось. Да. Да, в основном курага. Да, как? В этой. Помню, в садике раньше запах всегда. Это компота, знаешь. Да. Ладно, в общем, все, друзья. Прием пищи был просто люксовый, просто бомба. Как всегда. Всем пока-пока. Пока.